Забота о детях-сиротах станет национальной стратегией России. Дмитрий Медведев дал правительству 2 недели на доработку плана мероприятий по реализации действий в интересах детей на предстоящие 5 лет. Он обозначил основные положения стратегии. В центре внимания по-прежнему остается улучшение демографической ситуации, поддержка семей при рождении 3-го и последующих детей. Речь прежде всего идет о бесплатном выделении таким семьям земельных участков, а также о ежемесячной денежной выплате. Второе. Должны быть сформированы эффективные механизмы противодействия жестокому обращению с детьми, всем формам насилия по отношению к детям. Третьим остается приоритетом повышение качества и доступности образования, создание условий для получения школьниками современных и глубоких знаний. Предстоит также модернизировать дошкольное образование, чтобы дошкольным обучением был охвачен каждый ребенок. В ближайшие годы власти намерены ликвидировать очереди в детские сады. А особой заботой государства премьер назвал социализацию детей с ограниченными возможностями и детей-сирот. На эти цели из бюджета в нынешнем году регионам выделено 263 миллиона рублей.